Ясно. Значит, после землетрясения вы отключились? Да, сэр. Не обязательно обращаться ко мне, сэр. Потому что вы все равно будете меня пытать? Это давно уже не наш метод. Мы вас просто поставим в угол. Класс. Как долго вы были без сознания? Когда я очнулся, солнце зашло, по рации передали... Сколько часов прошло? 6? 8? Это важно. Это поезд? Вы про Хантерс Пойнт? Отвечайте на вопрос, пожалуйста. Я не знаю, меня трясло тогда жутко, когда вылез наружу. Было темно. Наружу? Вас засыпало? Я кое-что видел. Вы же сказали, что было темно и вас трясло. Слушайте, вы что, издеваетесь, что ли? Так мы же слушаем, сержант Блэкберн, а вы говорите. Пока. Ну, как скажете. Было темно, вас трясло. После толчка вы что-то видели. Что это было? Ясно. Значит, после землетрясения вы отключились? Да, сэр. Не обязательно обращаться ко мне. С другой стороны, у меня есть идея получше. Я дам тебе выбор. Выбор? Какой выбор? Ну, перестань. В чем дело? Жизнь или смерть? Жизнь или смерть, мистер? Имси! Слушай, всем привет, с вами Братья Блэйвитро. Мы сейчас играем Battlefield 3. Продолжаем прохождение. Так, иногда просматриваю. Не знаю, почему там рулик два раза прогрузился. Это очень странно и не первый раз, кстати. Лады, давайте. Проберемся через этих ребяточек. Агрессии спрятаться. Прикольно. Опа. Что такие какие-то артефакты интересные. Первый раз такое вижу. Но иногда бывает, что ты здесь делаешь, блять. Крыска, я мать. ЗСУ желает помочь американским солдатам оправиться от катастрофы. А что случилось? Я что-то не понял. Я немножко отвлекся. Что-то не понял, что произошло, блядь. Что за хуйня? Выходите на открытое место. Попытка спрятаться. Меня как-то заметили, что... Что происходит? Все машины.
Ну, ползем, нормально все. Что случилось? А я, наверное, крысу не убил, что ли? Походу, крысу не убил. Тю. Крыса меня скушала, походу. Сейчас постреляем. Наконец-то. Меня только что с дробаша уебал. Там Витосе все не так, нахуй. Что за приколы, блядь? Что происходит, блядь? На нахуй. Кто там еще с дробашом, блядь? Кто меня так смачно приложил? Все? Закончились? Вы, блин, на сложном стреляют, сука, пиздец. Хер узнаешь, кто тебя убил. Вообще какие-то странные ребята. Подожди, у них что-то должно быть, по-моему. Что-то есть интересное? Для меня есть что-нибудь интересное? РПК есть с прицелом? О, хорош. Хорош. РПКшка — это интересная тема. Я просто ждал, там два тела должно было справа подойти. Пиздец. Ебать, конечно, я. Какой-то еблан. Пиздец. Блин, а чё, оружие все? Пропало? Понятно. Спасибо, блядь. Спасибо. На нахуй. Скажите, что щит справа подойдет, да? Да сука, откуда вы? Здесь ждем. Тут сейчас один ударчик. Все.
что ты там спрятался? Нормально? Как себя чувствуешь? Хватит прятаться! Не позорьтесь! А мы что, позоримся, Леш? О, нихуя. Что-то интересное. Так, а у тебя что? Ладно, поехали. Ох, ебать. Ох, ебать. Ох, ебать. Не вижу, не вижу. Кого хуярить? Блять, тупо нихера не видно. Ага. Нормально. Пацана куском дома привалило ему. Бывает, что здесь делаешь. Прям как некоторые типы, блядь. Сука, блядь. Такие же самые тупые. Так. Стоять, ублюдок, руки! Святые угодники! Блэкберн, рад тебя видеть, брат. Через полчаса тут, блядь, будет каждый сам за себя. Надо отсюда валить нахрен. Так давай, съёбывай. Ёпта, давай. Бродяга, это бродяга 1-3. Мне кажется, мы в исходной точке. Город не узнать без этих чертовых зданий. Сделайте то, что должны. Оспри уходит через 5 минут. Ну что, поехали? Поехали. Вижу дверь. Иди. Припасть к земле. Интересно. Ух ты ж, ебать. Так я сразу зашел, меня уже. Меня уже начали ебать. Хорошо, хорошо. Кого еще? Я такой мощный тип подходит, да? На пулемет лезет. Нормально. Интересная тема. Ох, ебать, кто там? Что там? Где там? Неплохо. Так, поехали. Давай. Бежим тогда.
На этом закончимся. Спасибо, всем пока. С вами был я, The Boy Vitor.